Минская группа ОБСЕ уже не в состоянии убедить Армению наладить добрососедские отношения с Азербайджаном. Об этом Вести АС заявил политолог Тафик Аббасов, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите Восточного партнерства в Брюсселе о том, что Минская группа ОБСЕ за 28 лет не смогла ничего сделать в вопросе урегулирования Карабахского конфликта. И что ей надо свыкнуться с новой геополитической ситуацией в регионе Южного Кавказа. Заявление президента Ильхама Алиева равносильно предоставлению последнего шанса Минской группе, потому что у них нет политического актива, есть только пассив. Мне кажется, что наступает заключительный этап многолетней истории этой структуры, который так и не смог продемонстрировать свои национальные подходы, а главное вести свою лепту урегулирования конфликта между территорией, заявил эксперт. По его словам, МГОБСЕ уже не сможет перестроиться сама, так как нужен новый взгляд на состояние процесса. Окончательно убедить армянскую сторону в том, что уже пора пролистать страницу ненависти, отчуждения и направиться на добрососедские отношения у них уже не получится, пояснил Аббасов. Говоря о процессе делимитации и демаркации Азербайджана-армянской границы, политолог особо отметил, что даже на встрече в Брюсселе президентом Евросовета Шарль Мишель выразил готовность оказать содействие обеим сторонам по решению этого вопроса. Этот вопрос был и будет болезненным для всех стран, потому что рано или поздно надо определить линию границы. Безусловно, очень спорный процесс, иногда он длится несколько лет. Но тем не менее, нельзя его обходить стороной, сказал эксперт. Он указал, что если у Еревана есть политическая воля, то они не должны убегать с поля действия, а наоборот показать свою готовность и пойти на контакт.